Здарова, клэшеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня мы вместе с вами начнем проходить испытания, точнее элитные испытания Touchdown 2 на 2 за 100 гемасиков. Попробуем пройти его полностью и посмотрим, что из этого получится. Перед тем, как мы начнем, ребят, давайте все вместе прямо сейчас поставим лайк под этим роликом и в комментариях будем написать номер своего лайка, чтобы я в любой момент смог зайти и проверить, кто какой лайк поставил. Это у нас традиция такая, так что обязательно сделайте это прямо сейчас. И открою небольшой секретик, ребят, если прямо сейчас вы поставите лайк под этим роликом, то у вас в ближайшее время будет новая легендарка. Так что ставьте лайки и ждите свою легендарочку. Если вы вдруг тут впервые, то обязательно, ребятушки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, потому что YouTube в последнее время, ну, как-то не очень-то хорошо работает с оповещениями, так что колокольчик, думаю, будет прям вообще в тему. Ну и под конец, если вы хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то напишите свои крутые комменты внизу в комментариях. И, возможно, именно вы будете в следующем ролике. Вот. Ну а сейчас, ребят, давайте откроем вот эти наши бесплатные сундучки, хотя бесплатные сундучки уже в игре нет, но вот такую вот фигню для разрабы придумали, получается, бесплатные деревянные сундучки. Ну, по-моему, вполне себе неплохо, это у нас идет как квест, ну, думаю, самый легкий квест, да, получается. Ну и, собственно, нам, как всегда, ничего не выпадает, и, кстати, в скором времени я уже смогу открыть свой первый сундучок. Ну, у меня тут еще есть магический сундучок, который, собственно, я оставлю для глобального открытия, так скажем, вот. Ну и, собственно, давайте уже не будем медлить и пройдем наши испытания. Главный приз — это у нас легендарный сундучок. Это, конечно, прям очень круто, но будем надеяться, что мы сможем дойти до него. Нам до этого, для этого надо делать целых 9 побед. Это, скажем вам, не очень-то просто, ребят. Ладно, в общем, начинаем, не знаю, 2, а то и 3 ролика будет у нас по этому испытанию, смотря как получится, да, не хочу очень длинные ролики сделать, потому что, ну, длинные ролики, ребят, практически никто не смотрит. Вот напишите, какие ролики вы любите, длинные или же короткие. А, будь так, алло, неужели никто не играет в это испытание, вы чего? А, алло, блин, что-то хреново прям вообще. Впервые такое бывает, что я захожу, кликаю на поиск, игроков не находят. Серьезно? Это то ли какой-то баг, то ли хрен его знает что. Охренеть. Алло. Так. Блин, что это за баг? Что тут происходит, ребят? Алло, Суперсел. Алло. Короче, ребята, игра у нас сломался, получается, да? Сейчас я буду просто в офиге, что если я прям перезапущу игру, а я там уже в битву просрал каточку, все дела. Ну ладно, давайте я сейчас попробую перезапускать игру и вернуться к вам, посмотрим. Может, исправится все. Так, перезапустил игру, сейчас давайте попробуем еще разочек. Ну, надеюсь, на этот раз хотя бы будет работать. Алло! Блин, что это за хрень? Почему не работает поиск? То ли Суперсел что-то там сделал, замутил, то ли я не знаю. Это прям колоссальные баги. Пропустить такие баги в испытании за 100 гемов, блин, Суперсел, это прям недопустимо, чуваки. Алло, исправляйте свои баги гребаные. Алло. Не, не получается, ребят. Чё-то не так. То ли испытание сломался, то ли вообще Clash Royale сломался. Ну не знаю, ладно, давайте я буду несколько раз попробовать, если получится, то продолжу, собственно, запись. Так, попытка номер 3. Посмотрим. О, наконец-таки, да неужели? Ладно, начинаем. Я, ребят, в общем-таки, попробовал даже играть в точнее, в режиме 2 на 2. У меня все нормально получилось, и потом после этого уже испытание запустился. А так, тут давайте хилочку возьмем, потому что хилочка нам может так нехило помочь, скажем так, да? Вот, так что сейчас посмотрим, что у нас из всего этого получится. Надеюсь, что а мы тут сможем затащить. Давайте, ребята, выбирайте побыстрее свои карточки. Есть все. Ну, палач, бандиточка, хови у нас, к сожалению, нету.
И, собственно, погнали. На шарик у нас есть. Шарик с хилкой можно так неплохо использовать. Так что давайте попробуем что-нибудь сейчас замутить. Ведьмачок. Ведьмачок это хорошо. Ведьмачок будет спарки прикрывать. Так. Давайте с запчиком будем все это дело мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гасить. Так. Спарки, бляха. Ну, почти, ребятушки. Почти. Ой, блин, принцессочка зашла в зону действия арбалета. Серьезно? Лол. Так, таранчик тут летит. Окей, мы с таранчиком, думаю, разберемся сейчас. Да. Разобрались. Вроде как и наш шарик. Ой-ой-ой-ой-ой, шарик. Бляха! Блин, хилочка, была бы у меня доступна хилочка, можно было так пройти, блин. Обидно, конечно же, очень лучница так беспалевно проходит. Так, лучница, ай-яй-яй, не. Загасили нашу лучницу, конечно же. Ну ладно, ничего страшного. Ох, а вот это уже, ребят, не очень. Это прям вообще не очень. Хугл врагов, это ГГ. Если противники немножко грамотно будут использовать своего хога, то можно сказать, что мы просерем эту гадочку. Хотя, кто знает, ну не знаю, сейчас посмотрим. Мало ли у нас получится затащить. Ну, блин, когда хог у противника, то все. Так, наша ведьма проходит с мушкеткой. Это прям очень хорошо. Давайте будем хилять наших. О, летучие мыши прошли, серьезно. Я даже не заметил, как они проходят там. Ну ладно. Победа это всегда хорошо. Идем второй раунд. Так, давайте подождем, пока наши противники будут, собственно, выпускать какое-то здание дефа. Вот арбалетик тоже есть. И сейчас можно как-то проходить с помощью шарика. Хил будем держать, ребят, наготове, чтобы в любой момент можно было его кинуть. Вот так. Мы прикрываем нашего шарика. Ох, шарик. Так. Габаляха! Обидно. Капец, как обидно. Ну, ракета спасает врагов. Ладно, ничего не поделаешь. Давайте попробуем второй шарик кинуть туда. Оу-оу-оу-оу. Тише, тише, ребятушки, спарки. Спарки к нам вылетает. Нам то ли сейчас надо выиграть время, то ли я не знаю, что еще надо делать. Так, спарки, спарки, гасим спарки. Ох, ну, гасить прям полностью не получается, но все же. Так, варвары к нам летят. Варваров будет встречать ведьмачок, да? О, так, ну, выиграем время сейчас. Окей, 5 секунд продержаться сейчас будем или нет? А, да, все, отлично. 1-0 затащили, но против Хога затащить, ребят, это, в принципе, вполне себе героически, так скажем. Так, покидают чат, чуваки, ну окей. Покидают, так покидают, давайте сейчас мы пойдем в другой бой. Так, поиск, только не опять, бляха. Блин, что-то с испытанием реально не то. Напишите, ребят, в комментариях, у вас тоже такие баги случаются, или у вас все четенько идет. Ну, не знаю, ребят, с чем это связано, блин. Даже кнопка от меня недоступен. Все лагает. Называется «Проходим испытание». Ну, хрен, мы тут всего лишь одну карточку сыграли. Так, ладно, давайте. Опять идет у нас перезапуск игры. Так, ребят, вроде как еще разочек сработал, я уже не знаю, сколько попыток тут уже сделал, но ни хренашеньки у меня не получался, но вроде как уже все стало нормально, прошло где-то, ну, 2 часа после того, как я, собственно, начал видосик, вот, то есть подождал 2 часа, пока все это дело начнет нормально работать, и надеюсь, что сейчас будет нормально работать, так что посмотрим, что у нас из этого получится, ребят. Тачдаун, вторая каточка. Ну, будем надеяться, что мы тут затащим. Я не знаю, что тут. Блин, ну, разработчики, справляйте, пожалуйста. Все же уже выбрали свои карты. Все.
Погнали, ребятушки, погнали, посмотрим, что у нас будет на этот разочек. У нас, в принципе, есть ракета, которую мы вряд ли будем сейчас использовать, потому что, ну, бля, ракета, по-моему, прям очень ненужная карточка тут. Окей, сейчас будем дефать принца. Окей, получается, вроде как у нас. Так, можно ли ракету скинуть? Так. Опа, попали. Попали. Ну, конечно, слишком дорогой девчик у нас получается, но все же это лучше, чем пропускать Хога. Так, бандиточка сейчас, думаю, там справится. Давай, бандиточка. Мы в тебе верим. Королевка прикрываем. Ну, пока что мы только лишь защищаемся, получается, да, ребята? Пока что да, ну... Хорошо, что это у нас получается. Сейчас будем ждать второго захода вражеского Хога. Будем надеяться, что сможем его отдефать. Таранчик идет. Таранчик. Давай, таранчик. Беги, таранчик. Сейчас, прикиньте, пропустит. Лол, серьезно? Пропускай? Капец, твою же мать. Я думал, что все пропускают, но не. В последнюю секунду буквально нашего таранчика останавливает башня-бомбежечка. Бывает вот такие вот вещи. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас давайте будем дефать выше балу. Так, будем ждать Хога. Ну не знаю, ракеты встречать или как. Но надо эликсир по-любому копить. Потому что очень-очень трудно дефать Хога. И знаете что, ребят, я так предполагаю, у врагов есть големчик. Потому что у меня есть гонча. И очень большая вероятность, что у врагов будет, собственно, голем. Потому что гонча практически всегда выдается вместе с големом. Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Будем сейчас на лучшее надеяться. 50 секунд остается до конца. Давайте, ладно, мортирочку пока что выкидывать не будем. Так, ну. Ой-ой-ой. Так, чувак, у тебя есть еще дефать Хога? Вроде как есть. Так, щеньки адские. Проходят вроде как. Или не? Не проходят. О, хорошо, что Хога мы отдефали. Это прям очень важно, ребят. Второго Хога мы уже смогли отдефать. Крутяк, остается выше балла. Ну, выше балла, посмотрим, на что ты способен. Думаю, что у нас вроде как неплохо получается. Атаковать 9 секунд. Ох, молния, блин. Молния уничтожает нашу бандиточку и нашего ведьмачка. К нам летит Хогушка. Так, давайте... Ракеточкой расфигарим и есть, ребятушки. Вторая ракета на Хога, и наш таранчик прям на изи проходит. Это просто супер, согласитесь. Очень хорошая каточка у нас получается. Так, идем дальше. В надежде, что у нас все будет в порядке. Так, Суперсел, блин. Ну че это за хрень? Почему, Суперсел, вы так работаете? Я же подождал вроде как часик, но... Все еще какие-то хреновые баги у нас происходят. Ну, о, все, неужели? Так, ночная ведьма или же Валька? Давайте ночную выберем, чтобы можно было дефать Валечку. Так, хижина гоблинов или мортира? Ну, давайте мортирочку, хижина гоблинов. Такая себе карточка, мега-миньончик у нас пойдет, и принцессочка. Ну, можно было, конечно, мага выбросить, ну ладно. Ох, у нас есть Хоги, это прям супер, ребят. Это прям супер четенько, посмотрим, что из этого получится у нас. Блин, бесит, когда надпись не помещается на экране. Так, окей, Хог у нас есть, супер, можно уже потихонечку начинать. Ну, блин, зачем? Зачем вначале выпускать Хога? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ребят, никогда не делайте так. Вначале Хога выпускать, это прям очень-очень-очень неправильно. Прям очень неправильно, ну как сказать. Ну, это было логично, что наш Хог, ну, в принципе, далеко не пойдет. Ну, это само собой. Ну, сейчас... О-о-о. Вот этот нуба еще нубие кидают этого. Ой-ой-ой, тише. Блин, что это за хрень? Почему наши не прошли? Опаньки. Нормально. Ну, не, ребят, тут у нас...
Прям без шансов было, мы никак не смогли бы отдефать. Ох-ох-ох-ох-ох. Еще злится, чувак, ну. Че это за хрень? Скажите мне, да... Бляха, кто на челе выпускает Хога? Ну, блин. Иди... Ладно. Будем молчать пока что. Будем молчать. Так. Окей, принцессочка в девчик идет. Ну, практически всегда так происходит. Все прям гладенько идет, и вдруг какой-то нуб попадается и портит всю контору. Ну, как так-то? Как так вообще? Скажите мне, пожалуйста, почему? Кто вообще эти люди? Если они, конечно, люди. Вот. Так, мушкеточка сейчас у нас пойдет, скорее всего, или же нет. Так. Угу. Опять-таки... Хога решили выпускать наши. А точнее, наш. Окей. Можно сейчас шарика как-то сбоку пытаться провести. Подрывничок. Так, чувак, у тебя что-то есть? Для девчика. Вроде как есть. Да бляха, почему? Водиточку прям под удар подрывничка. Ну, нормально. Без слов, без комментариев, можно сказать. Так, окей. Сейчас суперская ракета, которая... Бляха, не дымажит гиганта, ну чё за хрень? У нас вот вариантов нет, чтобы дефать просто-напросто этого. Ох. Так, ставь что-нибудь. Ох, хорош, хорош. Успела дефать, ну блин, это ничего нам не дает, потому что 27 секунд остается у нас до конца катки, и к нам выдвигается большая толпа, наш Хогу вряд ли будет тут выживать, так как, ай-яй-яй-яй-яй-яй, так как очень сильный девчик идет от противников, но мы скорее всего просрем тут на одну короночку, благодаря нашему просто мега-супер-пупер чуваку, который играть не умеет с Хогом. Эх, блин, ну бывает. А еще вот лайки ставят. Да иди ты нахрен тут, чувак. Сейчас давайте посмотрим, какой у него левел. Так. Саша. Саша. Саша, Саша. 3000 кубков, да ну нахрен. 10-й левел. Чувак просто не умеет кидать ракету. Нормально. Блин, ребят, ставьте лайки, если у вас тоже вот попадаются вот такие вот крутые, в кавычках, конечно говоря, сокомандники, и вы из-за них все время просираете каточки. Ну что ж, на этом, думаю, уже пора заканчивать. Конечно, у нас ролик получился вот так с отрывочками, но я тут не виноват. Виноват Supercell из-за того, что какие-то баги тут понаставил, и не получается нормальненько, в общем-таки, найти противников. Ну... Ладно, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои крутые мнения в комментариях. Всем удачи, ребята, и всем пока!